Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Мы желаем вам хорошего настроения. И вы узнали эту прекрасную, красивую девушку. Это Инга Владимировна. Скажите, пожалуйста, кто заложил этот стержень любви, стержень добра и позитива, который от вас исходит? Я думаю, что, конечно же, спасибо большое моим родителям. Безусловно, это мои самые близкие, самые любимые люди, помимо моей семьи. Потому что все самое хорошее, наверное, у нас складывается. Все истоки идут именно с детства, из семьи. Что для вас значит слово «любовь»? Любовь. Знаете, как сказала героиня, по-моему, да, из фильма, или «любовь – это когда тебя понимают», да? Это что-то такое, когда хочется петь, творить, танцевать и дарить, наверное, вот свое что-то такое другим. Ну, не знаю, как-то так. И ваше авторитетное напутствие подрастающему поколению, которые делают свои первые шаги в мир музыки, в мир кино. Ничего не бояться, идти к своей цели, и если чего-то очень-очень сильно хочешь, значит, это обязательно случится. Я думаю, что если прилагать усилия и идти вперед, и не бояться, то все обязательно случится. Так что удачи вам в ваших начинаниях, ну и, безусловно, отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Проект «Певец из народа» предлагает услуги по саунд-продюсированию, которые включают в себя: а. Написание оригинальной музыки и аранжировки. Б. Написание оригинальных текстов песен. В. Сведение, мастеринг композиций. Также оказываем поддержку в ротации на радио. Предлагаем услуги по фото- и видеомонтажу, съемка ваших концертов и мероприятий. Участникам и подписчикам нашего проекта полагается скидка в 20%. Возможно, удаленная работа с исполнителем.